И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Чироникс, и да, это новое видео по ГД. Блин, сколько же я не делал видео по ГД, очень мало. На самом деле, да, я с ГД начинал вести свой канал. Ребят, я сейчас очень много времени уделяю именно ГД, а не по ГД. То есть, как вы можете видеть по моей статистике, у меня теперь много чего улучшилось. Ну ладно, ребят, вот давайте перед тем, что я сейчас буду делать по названию этого видеоролика, давайте я вам скажу, что в принципе изменилось. Ну, в принципе, я купил мало, ну, немного иконок. Во-вторых, 30 демонов, за которые я получил этот кубик, прекрасный кубик. Затем, что мне появилось, да особо, знаете, ничего такого вообще, серьезно. То есть, пару иконок купил, и, кстати, вот, у меня еще появилось... Что это? А, эффект смерти. Вот, появился у меня эффект смерти. Это на самом деле классно. Но я его, так сказать, еще не тестировал. То есть, давайте протестируем. То есть, да. Так, фингердэш. Класс, прикольно. На самом деле. Что тут еще у нас? Сундучок давайте откроем. О, нормально, слушайте, орбики пошли. Так, ребят, ладно, все, начало все сделали, короче. Итак, так, ребят, смотрите, вот по названию этого видеоролика вы уже поняли, в каком уровне я сейчас буду играть. Вот. Итак, во-первых, это демон, то есть это медиум демон, но это, ну, знаете, я бы так сказал, это... Это такой, в этом демоне вам не нужны какие-то там навыки, чтобы вы там, допустим, проходили какие-то вот такие демоны, там где-то вы должны вот так проходить, все такое. Вот такие где-то демоны, вот такие, то есть не нужно, не такие демоны, а именно этот демон называется Master Game. Да, это такой уровень, на котором у меня 99%, потому что, во-первых, я там один раз фейлился, то есть, да. Так, ну, в принципе, погнали. Ребят, а еще в конце этого видеоролика, может быть, я вам скажу, может быть, я вам не скажу, короче, такую интересную штуку, которую я узнал на Ютубе. Вот, в ГД. Погнали. Смотрите, это Master Game. Такая музычка у нас, если вы, конечно, слышите. Ну, знаете, так. Блин, инвалид-код. Надо, знаете, тут подбирать, когда... Если вы в этот уровень хотя бы раз играли, то, типа... То есть, то вы, типа, если вы в этот уровень хоть раз играли, то вы знаете, что тут надо делать. Этот код для сохранения нужен, да. Затем идет, так, давайте я сделаю потише. Затем идет, типа, вступление такое. Я не англичанин, я не слишком понимаю английский. Так что я не буду особо читать. Все тут красиво, все. Корабль по морю плывет. Вот очень интересный геймплей будет. Тут очень интересный. Советую я вам тут поиграть. Да. Это, конечно, жесть. Ну, нет, реально, это какая-то жесть, потому что все. После того, как этот корабль рухнет, утонет, то у нас, в принципе, начнется весь уровень. Конечно, мы потратим на него 2 попытки минимум. Так, вот. Так, давайте. Да, давайте уже все, я хочу играть. Ну, все, в принципе, начинается, ребят, начинается. Угу. Так, смотрите. Так, в общем, вот, это мы, типа, правой рукой поворачиваем наш кубик, а левой мы передвигаем. Вот, ну, тут написано все подробно. Итак, это как, типа, еще одна мини-игра, типа, да.
Много. Сейчас я не буду выпускать ролики, как раньше, просто какие-то челленджи там. Челленджи на корабликах, самолетиках. Нет. Нет, смотрите, то есть вот такая фигня, типа, у нас есть. Мы тут нам. Это что еще? Я в этот уровень не играл, но я его знаю. Я его раньше знал. Типа. Так, отлично. Отлично. Так, затем мы идем вот сюда. Так, и бежим, 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 бежим. Все отлично. Затем он нам что-то говорит. Этот человек. Нет, чувак какой-то. Так, затем мы, типа, вот, нажимаем на эту кнопочку. И опять какой-то вот этот пингвин, что ли, идет сюда. Так, мы типа читаем, но это, конечно, история игры, то есть, ну, вы поняли. Затем мы идем вот в эту комнату, где у нас идет сохранение, сейвинг. И у нас идет один код. 26 и 1. Да, это интересно довольно. Так, а еще я слышал, что тут можно карту получить. Читер! 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 Он сквозь шипы прошел. Вы это видели? Правда, у нас уже карты нет. Но смотрите, я сейчас знаю вот такую фигню. Тут, короче, надо двигать этот куб не сюда, а наоборот. То есть, типа, нам надо его вот так отодвинуть, затем вот так надо встать. И вот так надо его двигать, короче. 26 и 1, хорошо, этот код я запомню. Затем нам надо двигать этот ящик по этой дорожке. Затем нам откроет какой-то путь. Так, затем мы идем вот сюда. А, нет. Не-не-не-не-не-не, мы идем не сюда. Затем мы идем вот сюда. Потом надо нам идти вот сюда. Затем мы пройдем в следующую локацию. Но она, так сказать, предпоследняя, так что можем не переживать, если что. Так, надеюсь, вам будет интересно смотреть вот такие прохождения таких мини-игр. Две части будет по этой игре, и в этой серии мы с вами сделаем два чекпоинта. Ага, то есть 26 и 1, хорошо. Так, затем мы двигаем вот этот кубик. Вот. Так, хорошо. Вот, и затем будет типа дверь. Да. Я вот пропустил карту. Реально. Так, и затем надо нам вот так вот двигать, короче. Можно, конечно, по-другому сделать, но по-другому сделать не получится вообще, то есть, ну, в прямом смысле. Смотрите, затем, тут физика, короче, на высоте. Не, ну реально, она очень хорошая, тут физика. Так, о май гад, я запутался, что дальше? Я думаю, уже вот так надо двигать. И затем, вот тут главное, ребята, потихонечку, и затем ждем. Отлично, все, мы типа уже прошли эту часть, и затем нам надо вот это вот так. Нет. Так. Давай, хопа. Отлично. Хорошо, хорошо. Отлично, нормально. Затем сейвинг. Какой у нас код? 59 и 1. Во, код, хорошо. 59 и 1. Хорошо, так. Больше не буду сейвинг, потому что тут баги какие-то происходят. И появляются лишние цифры. Офигеть! Что это? Это лед? Офигеть! Это лед! Рели! Понятно. Так, извините, что я отвлекся. Просто тут надо было кое-что сделать. Так. Затем нам надо идти вот так вот. Так, это очень... Вот тут вот это очень опасный момент. Нет.
59 и 1. Ну, хорошо, хорошо, запомни. Блин, черт! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Отлично! Черт! Я тут, блин, вот так гоняю, как, блин, серьезно, как на гонках. О-о-о! Аллилуйя! Так, у нас 36 секунд. Угу. Угу. Хорошо. Так, ребята, у меня кот там что-то там мурлыкает, типа. Ну, вы поняли. Так, если... Смотрите, я тоже хочу создать такую, типа, игру. Реально, то есть... Не, ну реально, я хочу создать такую игру. Угу. У нас осталось 17 секунд. И... А, мы могли это все пропустить. Так, затем, что нам надо, то есть... Это... А, то есть нам надо обратно возвращаться, серьезно. Через такой... А, все, его уже нет. Быстрее! У нас 8 секунд! У нас 8 секунд! Все. 59, 2 и 1. Запомните. Итак, сейчас мы перезаходим. Сейчас мы перезаходим. Уже 11 минут длится видео. Ну, ладно, хорошо. Так. 50. 79. 59, 3 и 1. Все, по-моему, это такой код. Давайте угадаем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вы угадали? Офигеть! Офигеть! Мы играем за пингвина какого-то. Класс! Класс! Просто! Так. Так, блин, я, наверное, карту пропустил. Ребята. Было бы гораздо лучше, если бы у нас карта была бы. Так, давайте посмотрим, что у нас там. Я забыл. Я забыл, что у нас там. Ну, он нам что-то болтает. Хорошо. Хорошо. Так, надеюсь, вы слышите, как мой кот, типа, мурлыкает. Так, затем нам надо идти вот сюда. Воу! Воу! Ай! Блин! Ладно, ребят, все, это было эпично круто. То есть, нет, реально, это было бы... Это было очень классно. Советую всем вот так вот тоже поиграть. В общем... Так, ребят, если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить большущий палец вверх, подписываться на мой канал. Ну, а с вами был я, Джероникс. Всем удачи и всем пока.